Местные депутаты от «Единой России» и представитель Одинцовского отделения «Боевого братства» Александр Тарасов приняли участие в собрании по вопросам оказания помощи семьям мобилизованных. Одной из рассмотренных активистами заявок было обращение от Старогородковской школы-интерната имени Фурагиной. Ее воспитанники уже давно шьют футболки, снуды и балаклавы для участников СВО. В рамках проектов «Добрые дела» и «Старший брат» депутаты решили закупить ребятам новую ткань для пошива. Остальные обращения также взяли в работу.